have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки, и наш лисец зевает, сегодня он полностью в черном мехе, как я и обещал. Это зарядка? Иди сюда. Иди сюда. Ну-ка. Да, меня может зарядить даже вот такой один цветочек. Я invincible, непобедим, неуязвим, я просто красавчик. Итак, нас сюда выплюнул в прошлой серии, вон оттуда, с той локации. Я могу туда даже вернуться, да, сейчас, если я захочу. Могу, но не пойду. Знаете, если возможно, я здесь найду труп. Где, что? Туда? Если, так скажем, что я тут сейчас найду труп и окажется, что он не очередной, не по очереди. А что ты тут хочешь? Что тут такого? Ты меня тут просто ждал? Дай-ка я туда сплаваю, в ту сторону, посмотрю, что там есть. То, типа, вот это будет моя возможность туда вернуться. Не уверен, что я это хочу сделать. Душнило помогает мне, типа, не заблудиться, когда я откровенно не туда иду. Спасибо, игра. Тут тоже вот есть возможность через стену. А я мог сюда перепрыгнуть? Нет, не мог. Я тут не допрыгну просто. Ну, в принципе, и ладно. Тут есть цветочки еще. Отлично. Тут, в принципе, больше ничего. Сохранение у нас было на воде. Ну что ж, нам наверх. Поехали наверх. Я вроде как не вижу оснований откладывать все это дело. Посмотрим, как оно пойдет, все правда. Вот здесь можно наверх протопать. Будем осматриваться вокруг потихонечку. Чуть-чуть не допрыгнул. Меня сразу выплюнуло. Мне кажется, что в этом будет заключаться трудность. Будут места, где мне нужно будет допрыгнуть. Если нет, то все сначала. Ну, сейчас посмотрим. Как я и говорил в прошлой серии, с прыжками тут немножечко непоняточко. Ну вот сейчас, ну какого ты сор... Вау, я лосось! Я лечу на нерест! В общем, прыжки... Когда они тебе нужны, они... Да хорош, ну не трясись. Они не ясные, не четкие. И иногда просто отбивают желание что-то переделывать. Туда явно можно пройти. Но нет, я уже два раза скатился оттуда. Ну его нафиг, не пойду. Цветы на той стороне. Я понимаю, но мне нужна прыгалка, что ли, или что? Что ты мне тут указываешь? Где она активируется? Прям тут? Я
Я понимаю, что туда надо. Как я туда попаду, дружище? Я кое-как сюда допрыгиваю, окей. Туда я уже допрыгнуть не могу. В этой спирит-форме, что ли? Тоже вряд ли. Ой, блин, ну началось. Я не вижу какой-то камень или какой-то триггер, который я должен активировать для... для того, чтобы эта прыгалка сработала. Это же явно должна быть прыгалка. Видите, я не допрыгиваю туда. Вообще никак. То есть... оно специально сделано так, чтобы я не доставал. Это я, кстати, могу понять. Даже если я вот еще раз ее поверну, видите? Толку от этого не будет, потому что я просто не достаю. Да, я тоже не допрыгиваю. Ну просто красота. Ладно, давайте немножко поищу, чтобы не сильно тупить. Потом уже посмотрим, как что. Короче, ребят, я без паники буду забраться, но я увидел там сверху символ портала. Но он не срабатывает. Давайте я как-то... Если ты еще и отряхиваться каждый раз будешь, я тебе вообще не знаю, что сделаю. Лисец. Видите, вон там вон символ портала на том дальнем. И на этом он тоже есть. Серьезно? Это вот так вот оно должно было проходиться? Разработчики, или это баг какой-то? Или я не знаю, что за фигня тут происходит. Это не должно так проходиться. Это... ну это бред какой-то, ну вы чё? Давайте эту фигню активирую. Я могу вернуться? Этот портал будет работать, не будет работать? Как это все? Он вроде не перестает работать, если его не выключить. Это просто какой-то трындец, ребята, честно. Ладно, поехали дальше. Я опять же, ну не знаю, минут 10 тут сейчас потратил на эту фигню. Это не выглядит как прохождение, это выглядит как баг. Вот на полном серьезе это говорю. Опять же, в этой локации я еще не видел трупа. Ладно. Мне просто говорят, иди дальше. Иди, иди, дружище, иди. Ты ничего не потеряешь. Ну, посмотрим, насколько я ничего не потеряю.
такое местечко, которое, на мой взгляд, не обязательно к посещению, но было бы интересно на него глянуть. Разбитые башни. Дверь открывается явно изнутри. Без веса. Ачивка пришла. Невесомый. Так, хорошо. Тут посох явно есть. Как мне сюда попасть? Сюда нельзя. Спасибо, невидимая стена. Давайте подумаем. Давайте подумаем. А если... Так, я только потратил. Отлично. Ага, вон, вижу. Вон ту штуку надо запитать. А где я теперь возьму... А, погоди, не запитать. Сейчас посмотрим, насколько верна моя теория. А, я и запитаться тут могу, спасибо. Надеюсь, что мне этого хватит. Да, хватит. Нет. Так, секунду. Что нам тут показывают? Так, погодите. Внизу символы у нас одинаковые. Гора с такой фигней, да? Да. Тут тоже гора с фигней. А, посветлело. А, есть еще же третья. Тьфу ты, блин. Я как раз подумал, сколько вас тут. Хорошо, давайте все три на трубы перевернем, да? Давайте попробуем. Да. Теперь нам открывают эту дверь, отлично. Я просто не заметил, что есть третья. Нам открывает труп. Это нам открывает труп. А где, как нам пройти туда? Ну давайте пойдемте, будем смотреть, как там. Я не могу, находясь в бестелесном теле, вытащить посох, насколько я понимаю. Давайте посмотрим. Получается, дверь явно рассчитана на то, чтобы никто не проскочил. А как тогда? Ну, логично было бы предположить, что там нужно что-то чем-то прижать. И ачивка невесомый. Тоже вроде как должна бы на что-то намекать.
Ну-ка еще раз. Я же не могу взять посох, правильно? Или Таус? Почему ты каждый раз так долго открываешься? Ну. Я должен что-то открыть, чтобы вот эта дверь открылась. Погоди, может я как-то наверх могу залезть? Вряд ли. Тут явно есть вот эта вторая кнопка, которая надо, чтобы она открывалась. Дело еще в том, что у меня времени крайне мало. Хорошо. Могу ли я как-то в эту башню проникнуть, залезть? Ладно, ребята, я сейчас подумаю, вернусь, посмотрим. Ну, не хочу сильно много времени тратить именно на запись, на решение этого. Но раз уж я уже открыл там и видел посох, что же, уходить что ли буду? Подумаю, посижу. Не знаю, ребят, не решается пока что эта задачка никак. Пойдем. Я не вижу тут смысла здесь останавливаться. Это офигеть как обидно, именно потому что я нашел труп, разгадал его, блин, и... Пойдем дальше по сюжетке, короче, посмотрим. Вот тут у нас не все. А, вон еще одно осталось. Вот это подпитать надо. Это а, все работает. Погодите, это последняя билка, которую я получаю. Прыжок вверх. Я смогу теперь он туда наверх на башню запрыгнуть, как, где там дырка. Вон та наверху. Ну-ка. Spirit Dash. Это выглядит как прыжок вверх, но мне говорят, что это прыжок вперед. И оно при этом... Это единственная способность, которая не тратит... Ну, хотя нет, погодите. Spirit Run тоже мне не тратит. А как мне... А, это не вперед запрыгивать. Погодите, ребят. Это не вперед запрыгивать. Ну, в смысле, не вверх, а вперед. Это вот так вот делать. Все, я понял. Да возьми ты эту фигню уже. До свидания. Ладно. Я не скажу, что тут прям уж игра виновата. Тут скорее я затупил. Потому что я люблю исследовать сначала все вокруг. Только потом идти по основному сюжету. Поэтому то время, которое я здесь потратил, я не могу обвинить игру, то что эта игра потратила мое время. Нет, тут полностью моя вина, согласен. С этим все нормально. Так, мы получили все ачивочки. Ой, все ачивочки, все обилочки, которые могли у нас быть теоретически и практически. Звук прикольный. Мне нравится. Хорошо. Ага, мне надо было еще раз в воздухе дэшнуться.
тоже знал, их тоже знал. А второй раз в воздухе он не дышится, кстати. У него есть определенный кулдаун. Погодите, может быть, я смогу... Угу, спасибо, смог. Так а он второй раз не дышит в воздухе, вы чё, ну игра, ну прекрати! Ну хорош, ну зачем? Зачем такие вещи делать? Ну этого просто не происходит! Ай, ну твою за ногу, ну зачем? Сохранение. Chapter Progress, погоди. Если я с... Так, погоди, если я выйду. Так, continue. Где я начну? Блин, ну почему такая долгая загрузка? Ну блин, ну с SSD-шника же, ну ресурсы вообще не ест. Ну почему вы не оптимизировали это все, ребят? А, я дверь активирую. Серьезно? То есть вы мне предлагали духом дэшнуться сюда, активировать эту фигню и пробежать пока это? Сюда прилетел читом вот этим вот, да? Потому что я просто сохранился и загрузился. Ладно. По-моему, я немножечко перехитрил игру. Ну, они, разработчики такие... Мы сейчас сделаем вот такую вот штуку, и игроку придется сделать вот так вот. Я при этом... Шух! Ай, блин... Ну вы делаете косы, я прохожу косы, блин, никто ж не виноват. Ай, просто трындец. Ага, долетамс. Долетамс. Допустим. Работает? Работает. Внизу тут ничего нету. А тут внизу ничего. Блин, если оно еще и на время, вы мне сейчас скажете, я вам не знаю, что сделаю. Уи! А, о, здрасте, посох. Да, что ты гавкаешь, возьми его. Держи, другалек. Чуть-чуть не донес посох до верха, вот я тебе помогу. Еще одна пойманная душа. Сколько вас уже таких? Отлично, отлично. Пока идем по очереди. Мы уже, кстати, третий ряд заканчиваем. Что, в принципе, круто. Ну нет. О, а, ну.
Что нам тут надо? Шоколада? Возможно. Знаете, я очень сейчас не хочу накаркать, потому что до этого у нас не было ни одного босса, как минимум потому, что мы не умеем драться. Но игра ж может нам, в принципе, сказать, вот для того, чтобы победить какого-то босса, тебе нужно будет... Так, а эти шары запитывать не надо? Канализация. Канализация. А туда что? Ага, понял, спасибо. Спасибо, игра. Ну прыгнешь ты, прыгни, прыгни. Ну мне же интересно же, что там же, ну блин же. Так. Не долетаем. Печаль. Ладно, пойдем пока вокруг. Понимаете, просто в играх часто, если я не могу докуда-то добежать, допрыгнуть, что-то сделать, у меня есть четкое понимание, что вот сейчас я этого сделать не могу. Это сделали разработчики специально, чтобы я сейчас это не мог сделать, потому что там какой-то бэктрекинг и всякое такое. Далеко не будем ходить, возьмем того же Айзека из Dead Space, когда мне говорят, что типа уровень безопасности второй или третий. Вот, и ты такой, да, я не могу туда сейчас попасть, явно, спасибо. Вот, а здесь, я не знаю, это разработчики мне говорят, что я не могу туда попасть, или я могу туда попасть, просто разработчики что-то криво сделали, и я не могу туда попасть. Короче, да. Уютное жилище. Уютное жилище, если чё. Так, цветки. По цветкам мы с вами уже ходили, если вы помните. Тут двери. Сохранение происходит. Минуточку, сохранение игры или сохранение какой-то контрольной точки? Что-что-что? А, это я могу забрать. Зачем я это делаю? Меня туда не пускает невидимая стена какая-то. Хорошо, допустим. Вот эту штуку надо открыть. Зачем я все вот эти вот обелиски зажигаю? Блин, я даже... Тут оно пересохло все. Они вроде как не ключи, и они ничего не открывают. Хотя, ну что я могу знать? Запитайте меня еще раз. Тут такая большая комплексная загадка. Сейчас посмотрим. Я бы туда попал, но не могу. Так. Я понял, что этот камень надо открыть. Спасибо, спасибо, игра. Это я понял. Это-то я как раз сообразил. Я
пытаюсь сообразить, как это сделать сейчас. Я же не могу просто подойти... Блин, да это же не... Я же не могу просто подойти к камню и просто его включить, да? Ну, это было бы нереально. А, его можно вот этими двумя штуками включить. Хорошо, пойдем запитаемся. Что-то вот этого я как раз не заметил. Ладно. Так, где? Вон там. То есть я уберу камень, подам воду. Это будет некое продвижение вперед. Поехали. Я бы, наверное, вернулся бы еще раз заправился, раз уж на то пошло. Тут у нас ничего внизу нету. Но в любом случае оно должно подать только на ручей. А, нет, погоди, оно закроет нам канализацию вон ту. Я думал, нам включат воду. Ладно, пофиг. Пойдем еще раз зарядимся, пойдем посмотрим, что там получилось. Все, поехали. Оно заткнуло канализацию. И теперь мы можем проплыть дальше. Вон туда, куда я хотел изначально попасть дэшем. Но там не хватало 1 миллиметра. Спасибо, игра. То есть вся вот эта загадка из-за того, что мне не хватало там 1 миллиметра дэшем. Окей. Я специально прыгаю после выхода из воды, чтобы он не отрухивал шкуру, потому что, не знаю, мне это кажется долго. Так, мы попали на эту сторону. О, новые домики. Новые приключения. Вот тут уже вполне может быть посох с трупом. Где-то вот здесь, вот в одном из... Так-то это вообще все похоже на заброшенный город какой-то. Ну, заброшенный, разрушенный, скорее даже. А вот и ты. Я же говорил, что тут вполне может быть. Так, но куда тебя нести, дружище? Тут у нас ничего нет. Я понимаю, что посох загорелся. Я просто... зашел посмотреть. Куда? Там сохранение. На сохранение я пока что не пойду, пока я не найду труп. Это будет, кстати, хорошее завершение серии. Мы сейчас найдем, куда этот посох. Наверное, может быть, сюда, кстати. Да, видите, он сразу начал зажигать. Да, сюда. Это логично. Тут я спорить не буду. Тут все правильно. Тоже очередность соблюдена. Вот эти штуки я включил тогда, я не знаю зачем. Ну и ладно. Работает и работает. Давай сохраняемся. Сохраняемся. Спасибо, игра. И будем тут заканчивать. Так-то я вдруг сейчас осознал, что мы уже хорошенько за половину перевалили. Так что, возможно, сколько тут еще серий-то осталось, не знаю. Наверное, уже не так уж и много. В любом случае, спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, попра. Всем молодушек, всем покеда.